Приветик всем! Я сегодня еду на работу. Я, как вам говорила, я работаю как менеджер в Abercrombie & Fitch. И я просто вам сегодня чуть-чуть хотела поделиться моим днем. И через неделю мне надо уже идти на интервью в фармацевтическую школу, pharmacy school. И эта школа где-то час от моего дома. Так что я сегодня хочу обувь себе купить, туфли на интервью. Так что, когда у меня будет ланч, обед, я пойду обувь искать. И да. Так что... пошлите вместе. Сегодня у меня был первый день, когда я делала интервью. Я интервью делала сперва с одной девочкой, потом со второй. И мне было это очень интересно, потому что, я не знаю, у меня никогда не было такое, когда я интервью даю, а кто-то мне должен отвечать. У меня просто такого никогда не было. И я сейчас на обед пошла, и там я хотела... Окей. Иногда я захожу в туалет, потому что там такая отдельная комната с диванами. Я просто хочу быть, как бы, я не знаю, у меня работа всегда такая, like, всегда с людьми, всегда то надо делать, туда, Женя, туда-сюда, Женя, ты нам здесь нужна. Ну, так что, когда я на обеде, я просто хочу от всех людей, от где-то отмылиться. So, я обычно в этот туалет захожу, он закрыт. Так что придется мне идти куда-то, где... полно людей. И я сейчас на обед иду, и как я говорила, не знаю, мне просто очень интересно видеть, как люди на вопросы отвечают, и это очень хорошо мне как бы дает опыт на то, что у меня будет скоро интервью, меня скоро будут вопросы спрашивать. И то, что мне нравится, что я вижу от людей, это мне показывает, как я хочу себя вести на своем интервью, как мне надо себя представиться, и что они плохо делают, что мне надо не делать. Так что это очень мне помогает, что я вижу от них, что хорошо и что плохо. И я сейчас в Nordstrom иду. Так что это просто очень классно, что у меня такой опыт есть. Вот эти просто идеальная обувь для моего интервью, но только не идеальная цена. У вас у кого-то есть $595, чтобы я могла их использовать, обувь себе такую купить. Но ничего, я себе куплю. А, и, кстати, я сегодня хочу пойти, пока я обедаю. И все на меня смотрят. Это окей. Я рада. Так как я работаю... шопинг-молл. Здесь обычно не очень хорошие выборы, что кушать можно полезного. Так что я обычно себе делаю сама себе. Это я сделала себе peanut butter and jelly sandwich, бутерброд с ореховым маслом и с вареньем. И такой очень здоровый хлеб. Хлеб очень полезный, с очень много протеина и фибра, и апельсинчики себе нарезала.
и уже бананы съела. Мне принесли такой каблук. Я не знаю. Потому что мне кажется, что на интервью не надо такой высокий каблук носить, надо пониже. Надо пониже, надо не 4 инча, а 2 инча. Нам надо 2 инча, а здесь у них нету. Так что мне очень понравился этот второй каблук, который... У него такая толстая подошва, не подошва, а каблук толстый, и он не такой уж высокий, но не было моего размера. Так что я не знаю, я хочу еще чуть-чуть посмотреть вокруг, и может быть я его куплю, но я не знаю. Так плохо покупать каблук, когда он какая-то другая размера, который тебе даже не подходит. Он будет мне хлопаться весь день, зачем мне это надо? Я не знаю. Но он мне нравится, он хороший каблук. Я не знаю, я подумаю. И теперь обратно на работу. Сегодня я закрываю магазин, так что наш магазин закрывается в 9 часов. Но мне надо всякие дела сделать, нам надо там деньги считать, нам надо, чтобы все было в порядке. Так что я должна быть там до 11. Так что у нас 2 часа, типа мы закрываем магазин. И да, так что до 11 работаем, ура! Там тоже обувь продается. Женская одежда. Я чуть не забыла поделиться, что я сегодня ношу. Это у меня такая кофточка. Моя подружка Диана мне подарила из магазина Madewell. Здесь такие буквицы. Очень классно, мне очень нравится. Мои джинсы. Они из Abercrombie. Мои белые Converse. И моя футболка. Футболка. Очень интересная сегодня такая. Она очень такая простая и миленькая. Она мне понравилась, потому что здесь такой красивый. Здесь такой красивый вырез. Как вы видите. И там такой лейс, и все так просто. Все так очень просто миленько и красиво. Я просто нету этого дела, потому что здесь бывает очень холодно. Очень холодно бывает. Я вам еще не показывала, но у нас здесь такой stockroom. Stockroom это значит здесь просто. Все вещи, которые когда-то будут на полу, но сейчас они просто здесь. Это значит, что у нас просто или очень много их, или... Я не знаю. Но здесь, короче, всякие такие вещи. Микровей, холодильник, елочка. Всякие полки, лестница у нас огромная. Я не знаю. Я думаю, что вам это просто будет интересно посмотреть. Потому что я всегда до того, как я здесь работала, я всегда думала, о, как там, что там. Там у нас лампочки, здесь стол, где они работают. И рабочий день закончился, ура! Okay.
Окей, теперь нам просто домой ехать. И спокойной ночи всем.